Привет. Не буду представляться, потому что вы и так знаете, как меня зовут. Вы, наверное, умеете читать, да, и поэтому вы поняли из названия этого ролика, что я устал, я ухожу, прощай, YouTube. Да, друзья, действительно, я принял решение уйти с YouTube, закрыть свой канал, удалить все ролики, которые я наснимал за эти полгода, потому что канал я создал 4 апреля 2017 года. А первый ролик выложил в день космонавтики, то бишь 12 апреля. Я удалю все ролики, которые есть на канале в ближайшее время. Удалю сам канал, правда, пока я не понял, как это сделать, потому что в функциях канала нет такой опции. Ну, я напишу в саппорт, да, то бишь в поддержку. Я думаю, они дадут мне какое-то решение, какой-то ответ. И я удалю и канал. Принял я это решение по одной простой причине, друзья. Это хейт. Весь тот негатив, который изливают некоторые люди на моем канале, все те обзывательства, диван не тот, обои не те, волосы сзади у меня не так, говорю я не то, вру, обманываю. Кому-то может из вас казаться, да, что я какой-то грубый, там, резкий и так далее, но на самом деле я добрый, ранимый, обычный человек. И все вот эти вот поползновения, обзывательства в мой адрес, они выбивают меня из колеи. Я начинаю расстраиваться, происходит смена настроения. И я не хочу этого. Поэтому я принял решение закрыть всю свою деятельность. И завязать с этим. Поэтому выражаю большую благодарность тем людям, которые ставили лайки, подписывались на мой канал. Извините, что я, может быть, вас подвел. Надеюсь, я за эти полгода был вам полезен, дал какие-то вам дельные советы, какую-то пользу. Меня зовут Сергей Лактин. Не ставьте лайк, не подписывайтесь на мой канал. Прощайте. Вот именно на это, да, наверное, вы рассчитывали, собаки. Вот именно на это, да, рассчитывают вот эти хейтеры, вот эти недоумки, которые пишут обзывательства, обзывают вот этот мой любимый диванчик, вот эти обои и так далее. Нет, это шутка, друзья, я не закрываю свой канал, просто вот эти псы, наверное, рассчитывали именно на это. Я не понимаю просто, откуда из людей столько лезет говна и столько негатива. Я не говорю про всех. И слава богу, что это малый процент аудитории. Процентов 5-7 от общей массы, от 100% аудитории моего канала несут подобную ахинею, ерунду. Ладно, когда идет конструктивная критика, подпитанная какими-то аргументами, я обращаю на нее внимание. Если действительно нахожу это минусом, пытаюсь это исправить. Но когда просто какое-то говно, мат, обзывательство, естественно, я пытаюсь спустить это на тормозах, да, сделать какой-то ответ в виде сарказма и так далее. Но я просто не понимаю, если это лезет из человека, то по законам физики сосуд переполняет. Значит, человек на 100% состоит из говна, если это уже лезет из него наружу. И у меня всегда задается такой простой вопрос. Вот наверняка этого дебила родители не воспитывали таким человеком. Наверняка они закладывали в него только положительные качества. Но здесь, видимо, себя оправдывает поговорка «в семье не без урода». Поэтому, друзья, я продолжаю делать свои ролики, несмотря на какой хейт. Меня это, наоборот, подстегивает, как спортсменов для улучшения результата. Слава богу, что 95% эта аудитория на канале адекватная. Поэтому, друзья, всем адекватным огромное спасибо за то, что смотрите, комментируете, ставите лайки, задаете свои вопросы, поддерживаете меня. Я буду делать и дальше ролики про армию. Возможно, будет какая-то реконструкция канала со временем, может быть, я к этому приду. Ну а хейтерам не от большого ума. Караван идет, собаки лают. Друзья, меня зовут Сергей Лактин, а вот теперь ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи. Пока-пока.